Глава района Александр Якунин уверен, приоритетной задачей в сфере культуры остается сохранение культурного наследия. Для ее выполнения необходимо создать должные условия. В 2014 году запланировано работу по ремонту районных домов культуры «Выстрел» и «Тимонова», фасада музейно-выставочного центра «Путевой дворец», по техническому переоснащению зрительного зала Дома культуры «Лепси». Помимо текущих проблем и задач, глава отметил и достижения, которыми может гордиться каждый работник культуры Солнечногорья. Кривцовская сельская библиотека стала победителем в областном конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры. В конкурсе «Широкая масленица Подмосковья» в номинации «Масленица ярмарка» администрация Солнечногорского района заняла первое место в области. Дарья Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».